То есть не существует вопроса, который бы поставил бы в тупик Владимира Путина? Думаю, что практически не существует. Может немножко вывести его из баланса. Это видно было вот сейчас по вопросу Ксении Собчак. Но это все-таки мастерский риторик, который 18 лет занимается этим делом. И, поверьте, он в этом хорош. Но правда, много людей, много российских граждан возбуждаются от ответов Владимира Владимировича Путина. Давайте не будем наивными, он и правду имеет огромный уровень поддержки в стране, за него будут голосовать огромное количество людей.